экзаменатор, тип добряк. Отметки ставит просто так, похвалит или пожурит. Но не бывает он сердит, но не бывает он сердит. О том о сём поговорит, но тут же быстро вам простит. Коль вы не знаете ответ, коль вы не знаете ответ. Зачётку 5. Большой привет, большой привет, большой привет. Экзаменатор, тип вампир. Для него роскошный пир. Вот на экзамен он идет и смачно вашу кровь сосет. И смачно вашу кровь сосет. Свой вопрос разочка в 5 ехидно будет повторять. И улыбнувшись, о злодей, вам скажет, чтобы без затей вышли с зачеткой поскорей, куда Макар гонял гусей. Не знаете, о, не беда, он сам покажет вам куда. Не знаете? О, не беда. Он сам покажет вам куда. Ни раз, ни два, ни три, ни 5. Он будет вашу кровь сосать, вопросы снова задавать и вновь приколы повторять, чтобы потом поставить 2, а после 3 Е2, Е2. Экзаменатор, ловелас, от вас не открывает глаз, пока вы говорите о занятием вам важным поглощен. И ноги, бедра, шею, грудь, а смотрит уж никак-нибудь. Бесстыдно пялятся глаза, что взглянуть куда-то за, чтоб взглянуть настолько этим увлечен, что ваш ответ не слышит он. Экзаменатор, тип педант. Он требует одних цитат. Коль ты не помнишь наизусть, изображает боль и грусть, изображает боль и грусть. Цитаты эти нужно знать. Придется вам прийти опять. Придется вам прийти опять. Придется вам прийти опять. Бригадир, если ты к нему ходил и отработал трудодни, то лишь зачетку протяни, то лишь зачетку протяни. Так, 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 занятия посещал. Получай
высокий балл. Экзаменатор, тип шутник, молчать совсем он не привык. И на экзамены идет, чтоб вспомнить старый анекдот и всем студентам рассказать, и самому захохотать. И самому захохотать. Вот тут не надо вам зевать и то мгновенье угадать, где вам смеяться начинать, где вам смеяться начинать, где вам смеяться начинать. Тогда, 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 тогда. Тогда получите вы 5, тогда получите вы 5. Тогда получите вы 5.